Крылатая ракета «Искандер-М» успешно поразила цель в рамках учений, которые проходили на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Запуск был проведен в пятницу, и вот кадры, которые оказались в распоряжении нашего телеканала. Ракетчики должны были уничтожить командный пункт условного противника на расстоянии около 200 километров от полигона. «Искандер» оказался практически невидимым для радаров. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, при сборке были использованы современные технологии понижения радиолокационной заметки. Ракета незаметно прошла на высоте около 40-50 километров и точно поразила заданную цель.